Доброе утро всем! У меня остался батон, я нарезала и решила сделать сухарики. Переложила их, нарезала вот такими кусочками, переложила их на противень, сбрызнула маслом, посолила и чесночок сухой добавила. Все, и 200 градусов в духовочку, они у меня 15 минут запекались. Сейчас остынут и переложу их в формочку. Можно в пластиковую, в любую форму. И все, потом добавляем хоть в супчик. Хоть салатики, хоть куда. Очень-очень вкусные, нежные получаются.